Итак, гениальные люди – это те, которые используют сразу несколько стратегий. Зачастую потому, что они слегка, конечно, не в себе, как говорил Ламбразо, да, они слегка безумны, потому что генетически несут в себе вот эти дефекты, отсутствие должного количества страха, эту выраженную потребность в сексуальном как бы проявлении, да? При этом сексуальность – это вовсе не просто делание детей, да? А это производство эффекта на других. Значит, и вот сочетание этих трех стратегий и 10 тысяч часов работы в целом способно привести любого из вас к гениальному результату. Я не уверен, что вы станете от этого гениями, потому что я вообще не верю в то, что они существуют. Но гениальные вещи каждый из нас может делать.